Доброго времени суток, друзья! С вами снова Котика и Сократочка. На прошлой неделе, а точнее 17 марта, проходил традиционный ирландский праздник – День Святого Патрика. И мы, создатели модного приговора, не смогли пройти мимо и решили устроить внутри нашего сообщества небольшой флешмоб, посвященный непосредственно этому празднику, и собрали для вас костюмы на любой вкус. Я считаю, что у каждого получилось привнести в костюм что-то новое и показать в каждом свою индивидуальность. Хоть модный приговор на эту тему уже был, мы решили его повторить, собрав новые костюмы для вас. Сеты созданы из разнообразной одежды, и даже начинающие игроки смогли собрать очень интересные варианты, хоть это и тяжело, так как очень мало одежды открыто на первых уровнях. Перед тем, как начать разбор наших сетов, хотелось бы немного рассказать вам об этом празднике. 17 марта – день памяти покровителя Ирландии, Святого Патрика. В его честь устраивается парад с песнями и плясками, ирландское пиво льется рекой. В этот день праздник не только ирландского святого, но и ирландской души. Святой Патрик – один из самых почитаемых во всем мире святых. Западная церковь отмечает день его памяти 17 марта. В ряде православных церквей его память чтут 30 марта по новому стилю, 17 марта по старому. Но у Дня Святого Патрика есть и языческие мотивы. Так, одним из его непременных героев являются лепреконы – сказочные башмачники, владеющие спрятанным горшком с золотом. Если удачливому искателю сокровищ удастся поймать лепрекона, то это существо должно рассказать человеку, где спрятаны его сокровища. Впрочем, если вы вдруг поймаете башмачника, то помните, что полностью верить ему не следует. Эти человечки злы и проказливы, и легко могут обмануть доверчивого искателя сокровищ. Традиционно в День Святого Патрика устраиваются парады, на улицы выходят люди, одетые в экстравагантные костюмы, а также духовые оркестры, которые не могут обойтись без знаменитой волынки. Начнем по традиции с мужского персонажа. В нашем сете мы использовали шерстяную рубашку зеленого цвета с большими выделяющимися пуговицами. Штаны в клеточку, которые мы взяли из костюма Мерсер, по моему мнению, просто шикарны. Называются они городские штаны с манжетами. Вместе с ними мы использовали хлопковые подтяжки. Жилет Хоупман из ограниченной серии, который вы, кстати, еще можете приобрести на этой неделе, отлично вписался в наш сет. В качестве верхней одежды мы использовали фрак зеленого цвета, который очень хорошо гармонирует со шляпой Хомбург. Шляпа мне очень понравилась. По моему мнению, это самый удачный вариант для нашего костюма. На ногах у нашего персонажа красуются сапоги Дансинан с коричневой шнуровкой. И заканчиваем наш костюм оружейным поясом и кобурой Левинс с золотистым узором. Пряжку в этом костюме мы решили не использовать. Перед тем, как перейти к женскому персонажу, хотелось бы выразить огромную благодарность нашим спонсорам – Алексею Котову, Анастасии Морс, Предатору, а также другим спонсорам, которые поддерживают наш канал. Им можешь стать и ты. Всего от 49 рублей в месяц. Итак, у женского персонажа мы используем блузу с оборочными рукавами. Она смотрится очень утонченно на нашем персонаже. Штаны у нас, как и у мужского персонажа, зеленые, в клеточку. Штаны не заправлены в сапоги, что придает нашему персонажу классический вариант одежды. Жилет мы используем очень даже неброский, но в то же время подходящий в тон костюму. Называется он «Шит на заказ жилет». Как верхнюю одежду мы подобрали зеленое в клеточку пальто стрелка, которое идеально подходит к нашим штанам. На ногах у нас спортивные сапоги зеленого цвета. Обратите внимание на их подошву, она красного цвета, но она не бросается в глаза. По моему мнению, смотрится просто изумительно. В качестве головного убора мы выбрали высокий котелок. Он превосходно вписался в нашу цветовую гамму. Хотелось бы отметить, что для женского персонажа было тяжело подобрать подходящую шляпу. То цвет не подходит, то в стиль не вписывается. Поэтому эта шляпа является решением проблемы. Оружейный пояс и кобуру для женского персонажа мы решили использовать Гудман. Пряжки, так же как и у мужского персонажа, нет. Вот такой сет получился у нас в этот раз.
Дорогие друзья, а вам понравился флешмоб, посвященный Дню Святого Патрика? Получилось ли у нас создать атмосферу данного праздника? Все свои комментарии обязательно оставляйте под видео. Подписывайтесь на канал, заходите к нам в Discord, ставьте лайки. Сократ их очень любит.